Какие жертвы? Насколько жертвы? Знать, кого как зовут. А тут скажешь, у тебя кто вчера работал? А, 25-44. Будете по номерам. А я вот тут... Будете у нас по номерам. А я потом буду сидеть и соображать, кто такая 25-44. Либо ты Минулина скажешь, либо 25-44. Что, видишь? Какая там этап? Две алмазы. Две абзала алмазы. Две абзала. Это сноха пришла ей. Две фаракутиновые. Мать с дочерью. Да ты что? Да, мать с дочерью. А Абзалова, вот Райка-то Абзалова, и вторая Абзалова пришла, это ее сноха. Я ее еще не видела. Одну Абзалову, но фаракутиновую кофе знаю, но это мать с дочкой говорит. Они недавно работали. Че, красиво? Вот мы где с тобой возле троллейбуса, да, там вообще всем нравится. Я говорю, Женя, там две недели балдел над этой фотографией. Так не придет в гости, поставит ее и смотрит. Я говорю, может тебе дать номер телефона, позвони, бля, в гости съездишь. Ты задолбал, блин. А этот Коля такой смотрит, а это, говорит, кто? Тоже кондуктор? Я говорю, нет, говорю, идите. А че вы, говорит, в обнимку стоите? Я говорю, чтобы по объектив можно было влезть, и говорю, на телефон же фоткались. Что, уже никого нет у нас? Вообще? Нет, тетенька опять. Где? А мы читаем. Она сидит, но не выходит. А вы где выходите, женщина? На первом месте. Слушай, мы прочитаем. 30 минут осталось. 30 минут осталось. Нормально. Давай, пиши, я сейчас пробью все. Тут жоркался возле тебя. Да какой? Да? Я вообще молод. Слишком, в смысле? Я там полдня хохотала отсматываться выпить. Ну что, вы где убежали? Я не могу ехать. Давай покурим. Да что-то вы долго курите. Как-то быстро получилось у вас все.
А что диспетчер на улице? Что? Видишь, она разговаривает. Я ей сказала потом тогда. Могут начаться в кашмуте. Дачники, да? Ну, чтобы хоть маленько запас какой-то иметь. Загоняй. Я никогда не ругаюсь, никогда не Накурилась? Накурилась? Опоздаем. Чего? Вы уже вообще не садим. Мы их сажаем, да? Да. Дайте мне персик и жизнь. Я предлагала. Да это сами. Что это за мило? Как уже засняли. Видите, как кондуктора работают, на ясно даже пожрать некогда. Водители замаяли кондукторов. О, веришь? Даже поесть не дают. А сами голодные есть. Да. Даже некогда. Мне пацаны говорят, посмотрите, я на него смотрю, а у нас этот журнал, не журнал, как он, газета «Свеча», там же бабы одни голые. Это, говорит, кондуктор года, вот такой кондуктор должен быть. Я говорю, что я вам ссыкаются над ним, говорит. Спасибо. Маня, у меня батарея. А ты снимаешь? А? Ну, у меня, смотри, у меня знакомая на тренере работает. Ага. Димка Смай. Ага. Он оператором тоже на тренере работает. А ты кто снимаешь? А я любитель. Да, да. Для себя? Да. Я мужиков, что ли? А всех подряд. Вот знаешь, разные люди интересны. Так, всех свою жизнь. Да. Да, да. Давай, давай. Давай. Чего больше всего в жизни любишь? Жизнь? Я больше всего жизни ненавижу. Там, короче... Ну, это следующий вопрос. А чё любишь? Чё больше всего радует? Снимай давай. Снимай. Всё, блин. Я просто сегодня не хочу. Потому что... я приехал в Новосибирск. Я был... Жены. Короче, не хотел как ребенка. Я не знал, как ну, это так вот ставит. А если для телевидения, то грамотный мужчина закончишь УРГПУ, ну и так далее, понимаешь? Что больше боится, что больше всего любит? А чего больше всего боишься? Боишься? Умеешь в жизни. Библию, вообще, Библию читал? В Библии написано, смерть неизбежна. И знаешь, говорит, люди смертны внезапно. Смерть боюсь. Боюсь просто сдохнуть и не успеть маме с папой сказать спасибо. Боюсь. Я сволочь, конечно, но у меня хорошие родители. Я очень люблю. Честное слово. Вот. Поэтому боюсь. Слушай, а что больше всего веселит в жизни, что смешным кажется? Девчонки, которые ходят по улицам уже топли с просто в купальниках. На самом деле, ну это не смешно, но это как бы есть. Потому что самому жарко, сам купаю, короче. Большое. Вот. Вот примерно так.